Реорганизация спортшколы по плаванию «Орбита» остановлена. Об этом заявил глава Коми Владимир Уйба. Ранее в социальных сетях родители юных пловцов сообщили о планируемой реорганизации учреждения. По их информации, бассейн переводят на коммерческую основу, делая спортсменов арендаторами. На это в региональном Минспорте ответили, что планов таких нет. Тем не менее, эта тема вызвала широкий общественный резонанс. Свою позицию обозначил глава республики, который сейчас находится в командировке. Предложение мое такое. Я сейчас остановил все преобразования и реорганизации. Я вернусь из командировки, найдем в ближайшие дни время, соберемся вместе с Минспортом республики, вместе с общественностью, с родителями, со спортсменами. И выслушаем все стороны с тем, чтобы действительно принять взвешенное, правильное решение, но при этом это решение точно совершенно должно быть услышано всеми сторонами и согласовано в обязательном порядке всеми сторонами. До этого момента никаких реорганизаций и преобразований в спортивной школе по плаванию «Орбита» города Сыктывкара проведено не будет. Добавим, тему реорганизации спортшколы по плаванию «Орбита» накануне рассматривали в Госсовете Коми. Депутаты пригласили министра спорта Виталия Савилова, который заверил, реорганизация спортшколы в настоящее время не планируется. И сегодня министр спорта Коми Виталий Савилов назвал недоразумением ситуацию вокруг спортшколы «Орбита». Хочу успокоить родителей, никаких не ожидается изменений в работе спортшколы. У нас не будет платных секций для тех, кто у нас сейчас находится на госзадании, однозначно. Это абсурдно. У нас не будет уменьшения количества времени для занимающих плаванием в спортшколе, бесспорно. Собственно, у нас не будет никаких изменений в плане работы спортшколы. Я думаю, они зря волнуются. И, собственно, зачастую я искренне не понимаю, откуда порой берется какая-то информация.